Господа автолюбители, всех вас приветствую! Сегодня невероятная удача. Dodge Ram, Dodge Ram, кому как удобно. 2011 года выпуска, очень свеженький автомобиль. Невероятная удача, конечно. Класс просто. В общем, стоимость 2 миллиона 100 тысяч рублей составляет. Такой интересный авто сможете приобрести в салоне Лига Авто. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. 2 миллиона 100 тысяч, двигатель V8, 4.7 на 4WD, 314 лошадиных сил, 314 лошадиных сил. Очень хорошая комплектация, так что устраивайтесь поудобнее, это будет полноценный обзор на этот внедорожник. И, соответственно, тест-драйв, покатаемся на этой невероятной штуковине. Я вот все сижу и думаю, непростая тачка, собственно говоря, непростого отношения и требует. Это четвертое поколение этого невероятно крутого пикапа. У нас эти машины абсолютно не понимают. Никто лошадь, там, корову, петушков или лося не будет возить, так скажем, вот в этом отделении грузовом. На рынке США это невероятно распространенный автомобиль. Там на них катает и молодежь, и фермеры, и средние руки, там какие-то, так скажем, супер... фермеры, наверное, в каком-нибудь четвертом-пятом поколении, я так думаю. Поэтому продажи идут прям невероятно круто. В 2008 году на североамериканском международном автосалоне в Детройте состоялся показ Dodge Ram четвертого поколения. Автомобиль получился узнаваемым, конечно же. Улучшилась конструкция двигателя, там некоторые моменты изменили, доработали по силовым агрегатам все, что нужно было владельцам, в чем они нуждались, мягко говоря. Достаточно есть модификации, вот, допустим, даже двигатель 3.7, 215 лошадиных сил на бензине, 4.7, вот, как в данном случае, 310 лошадиных сил, он 315 указывает. И есть еще 5.7, 390 лошадиных сил. Различные комплектации есть, Laramie Crew Short Box, Laramie Quad Cab Short, есть, допустим, комплектации Sport Quad Cab Short, какие там еще, вот сейчас точно не припомню, ну, много комплектаций. И, собственно говоря, оборудование, надстройку любую можно устанавливать на этот Dodge Ram вообще без каких-либо проблем. Dodge Ram 4-го поколения получил более продвинутый комплекс оборудования. Есть система мультимедиа последнего поколения, новое головное устройство с сенсорным экраном и встроенной навигацией. Что еще там было, я сейчас, вот, сейчас сказать, не припомню. В общем, 5.7, что помню, V8 Hemi нового поколения, мощность 390 кобыл, крутящего там 550 ньютон-метров. От 0 до 100 он делает за 7 секунд, представляете себе. В данном случае 4.7 V8 310, 447 ньютон-метров. Он делает где-то около 9 секунд до 100, и то это очень, конечно, много, невероятно просто. Стоит отметить, что для более мощных машин тяжелых серий дополнением к двигателю 5.7.8 служил знакомый по предшественнику шестицилиндровый рядный турбодизель Cummins рабочим объемом 6.7 литра. Его максимальная мощность 350 лошадиных сил и крутящего 880 ньютон-метров. Позднее он был увеличен до 1085 ньютон-метров. Представляете себе, это просто невероятная штука. В зависимости от модификации, Dodge Ram оснащается механической шестиступенчатой либо автоматической 4- и 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Ну что ж, в новом поколении Dodge Ram 1500 в заднеприводном исполнении имеет переднюю независимую подвеску на двойных поперечных рычагах с винтовыми пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости, и задний неразрезной ведущий мост с продольными рычагами, винтовыми пружинами и также стабилизатором. Такие дела. В принципе, многообразие вариантов пикапа в четвертом поколении дает отличные возможности выбора по мощности двигателя, грузоподъемности, ну и прочим характеристикам. Здесь несгибаемая, прочная, мощная рама, выносливые силовые агрегаты, простая ходовая часть. Он, в принципе, надежен и неприхотлив. По сравнению с предшественником, стал, конечно же, лучше внутри и снаружи. Из-за недостатков есть вопросы с запчастями, вот. Ну и, конечно, стоит отметить, что да, он местами подгнивает, поэтому нужно быстро и молниеносно на это реагировать.
Из-за размеров может возникать очень большая проблема с эксплуатацией этого автомобиля в городе. Ну и повышенный расход бензина здесь уже решили газом. Вот такие дела. Ну что ж, дорого ли это для такого авто? Напишите в комментариях, кто себе хочет вместо Приоры вот такую штукенцию. Друзья, подписывайтесь на канал, будет еще очень много интересных и познавательных видео. 4.7, 315, я же вам не продемонстрировал ключ. Кнопка закрыть, открыть, panic button, то есть нажимаем, и вот так он орет. Вот, то есть как бы поиск автомобиля, видите, на стенке где-то оставили его. Вот он, Овен, как и я. Ну что ж, запускаем тебя. 4.7 V8, о, красота. О, еще выхлоп ставят, мапаровский обалденный. Вот он звучит, конечно, там вообще бум-бум-бум. Штука обалденная. Пионер, не знаю, с завода шла или все-таки установили ее, потому что бывает так, что из завода она идет. Ну что, датчик давления в шинах где-то у нас падение пишет. Ну и вот автоматическая рука передачи. Здесь плюс передача выше, минус передача ниже. Вот такой у нас селектор огромный. Погнали. Сразу чувствуешь эту мощь. Он, вы знаете, вроде бы как... У нас это коммерческая техника, а в США это простой автомобиль, на котором катаются работяги, понимаете? Вот и все. А у нас это получается вот такая коммерческая техника, по факту. Его много. Посмотрите на эту широту, вот эту широту американской души. Конечно, понятное дело, что Ford F-серии продаются в США. Мы столько, наверное, Prior, Grand и каких-нибудь X-Ray не продали, а там они заходят, будь здоров. Ну, как вариант, если хотите японца, это будет Toyota Tacoma, неубиваемая штука. Можно Toyota Tundra рассмотреть тоже. Ну, в общем, вариантов там приличное множество. Но что дарит Dodge Ram, это ни с чем не сравнить. Кстати, здесь у нас получается оцифровка в милях основная. И вот здесь уже идет километры. Так, отрегулирую-ка я себе зеркало. Немножко повыше. И с этой стороны можно повыше. Ну вот чувствуешь себя прям вообще... Так же гигант едет, гигант. Сюда можно 22-е, 23-е, наверное, 24-е тапки ставить без проблем вообще. И он будет прям утюжить все невероятно. Вроде бы... Казалось бы, Chrysler, да, ну что тут, ну General Motors, наверное, да, вот что-то из этой серии. Думаешь, ну что тут особенного? Простая рабочая американская лошадка. Но в то же время, это не то, чтобы ты воспринимаешь, что у нас таких тачек нет, и ты увидел первый раз такой, смотришь, подошел к фонтану и думаешь, вау, фонтан, пальма. Ну нет, конечно, просто тут есть вот какое-то, знаете, такое восприятие, я даже не могу сказать, какое, вот оно... Делает тебя немножко каким-то свободомыслящим, что ли, в этом пикапе. Ты как-то ощущаешь себя, несмотря на то, что это у нас рабочая лошадка в США, она вот для нас суперкомфортная. У нас рабочая лошадка что? Это газель какой-нибудь? Может, какой-нибудь ЗИЛ? Вот. Ну и все. То есть на них люди катаются-то вот с кислой миной, понимаете? А вот на этой тачке ты едешь как человек, спокойно, размеренно, не напрягаешься, ты понимаешь, что у тебя запас мощности хороший, что он надежный, что он не подводит, он проедет 1,5 миллиона километров, ну, кузов может сгниет, но карабас не отвалится, мотор тоже, может он весь уже разосыться, все прокладки уйдут, что-то еще там, но он будет ездить, блин, и все, и вот это вот складывание этих плюсов и положительных сторон вот делает это Dodge Ram, Ram, как хотите. Это же очень круто. Невероятно редкий автомобиль, я считал давным-давно. Но сейчас я понимаю, что у нас даже в Челнах таких тачек приличное, приличное количество есть. Ну да, понятное дело, они ликвидные, они сейчас уже стали подороже, потому что это все дело ценится. Вот. Кстати, сейчас вспомнил на... V8, так, не на 4.7, по-моему, на 5.7, там отключаемый блок цилиндров, то есть там ты, типа, едешь потихоньку, он 4 гашка отрубает и 4 только работает для экономии топлива. Это тоже, в принципе, придумано американскими инженерами. Здорово. Зеркала такие расширенные, с расширенным сектором. Еще есть даже, когда у вас трейлер сзади или там автодом, вы буксируете, можно еще их расширить, чтобы видеть, что сзади там происходит. Ну, конечно, он буксирует там, не знаю, сколько у него тяговые усилия, но он буксирует, наверное, ну, 1,5-2 тонны точно. Плюс еще в багаж можно закинуть там сколько. Ну, плюс-минус там 800, наверное, килограмм, 900 он будет брать без проблем. Хорошая обзорность, высоко сидишь, зеркала, вот эта вот Passat
тачка. Вот это все такое широкое, мощное, красивое, и ты такой балдеешь просто от этой тачки. Невероятно. Вот была бы у нас газелька такая, а? Но нет, нет, газельки у нас такой не будет. Как-то так. О, вот этот он чуть-чуть подкручивает, раскручивает. Вот это, конечно, да. Это такой звук приглушенный V8, такой спящий V8. Это обалденная штука. Сейчас остановимся, я вам покажу и расскажу, что он представляет себя снаружи. Легкая рулежка, кстати. Ну вот как на Dodge Dart. Типа ты вот так едешь, там Dodge Neon, кто понимает, о чем я сейчас говорю. Не Viper, конечно, не гадюка вот та самая, но классно едет, классно. Легко, легко прям. Ощущаешь, что тачка вот прям располагает к себе с первого раза. Ты думаешь, такой подходишь, думаешь, вау, это же гигант, как я на нем поеду. Потом сел такой, да, это Dodge, блин, бескомпромиссный. И все, и вот наваливаешь, наваливаешь. Руль слегка вот такой вогнутый к тебе получается. Здесь двухцветный пластик, кнопки управления различные имеются. Вот здесь для борт-компьютера. Тоже вам попозже продемонстрирую. Даже круиз-контроль можно выставить. Ну, в принципе, принцип действия как у тойотовского. Есть, ого, здесь есть климат-контроль. Ну, КНДИ, понятное дело. В общем, это не самая топовая комплектация. Конечно, есть комплектации прям вообще. Вы посмотрите на Dodge Ram 2021 года выпуска, что они там сотворили. Большой дисплей, как на Tesla, что-то еще, какие-то прибамбасы. Там можно яхты свои, катера буксировать без проблем. Там из Чикаго до какого-нибудь Иллинойса без каких-то вопросов вообще абсолютно. Автомобиль, вот ты понимаешь, что такое, знаете, с Dodge Ram'ом? Ram'ом, ты понимаешь, что такое широкая... Американская душа. Как мы тут прошли-то? Вот я представляю, на хайвей куда-нибудь выезжаешь из штата в штат, далеко едешь, и у тебя максимум комфорта. Просто невероятно, максимум. Датчик давления сработал, получается, у нас сзади левое колесо, возможно, подспустило немножко. Сейчас как раз-таки я выйду и посмотрю на это дело. Тормоза тоже мягкие, приятные по управляемости. Он вообще располагает к себе автомобиль вот с первого раза. Так смотришь вперед, думаешь, о, вот это мой Dodge, это мой Dodge. Кстати, здесь Mopar, оригинальное лобовое стекло. Можно посмотреть на армянских номерах вот такие Dodge. Можно даже в предыдущем поколении, в предыдущей генерации. А, Грант что-то не захотела нам гону выходить, хотя я предоставил возможность. Ну, ладно. Что еще хочу я сказать? Пластик здесь простецкий. Вот действительно, знаете, очень простой. Не замороченный, видимо, шторки стояли. Ничего особого нет, прям, чтобы сказать вау, вау. Нет, такого прям не скажешь. Просто обыкновенный пластик. Подгонка хорошая. Ну, удивительно шумка. Тут делает волшебство, творит эта подвеска. Что она делает? Такое ощущение, что, вот я же говорю, ты и на пневме едешь, и на гидравлической подвеске. Что она делает? Невероятно. Ну-ка. Немножко пускай проснется этот V8. Воу! Тот гигант, блин! Вы смотрите, что он вытворяет, а? Слушайте, он там просыпается, так, такое ощущение, чтобы еще какая-то турбина прикорячена, хотя здесь атмосфера. Он прям бум, проснулся и пошел, ему вообще лупит, будь здоров. Ну-ка. Ну-ка, давай, вот что-то вот там пытается. И вот сейчас я продавил сильнее, вот он. О, трекшн стабилизация сработала. Гигант, слышите, еще там эко загорается. Типа экономим топливо. Но с этим V8 я не знаю, как там экономить топливо. Гигант. Единственный момент, который меня тревожит, даже на энтузиазме, даже если ты суперфанат, который может себе позволить этот автомобиль, когда ты его себе купил, у тебя час на том, что это еще, но ты по-любому катаешься в город, по-любому катаешься вот в такие места, как у нас, да, у нас дороги под такие тачки не рассчитаны, и везде место оставляют на типа, ага, стоим, окей, типа оставляют, ага, я поехал, и он поехал. Оставляют место типа на Ладу Гранту, да, по факту вообще. В большинстве случаев. Ну-ка. О, слушайте, он вообще лупит просто невероятно. Оставляют место под окушку, под Ладу Гранту, под какую-нибудь Kia Picanto, пожалуйста. Но не под Dodge Ram. Это больше 5 метров. Он широкий, большой. Куда ты его будешь парковать? Просто я сам разговаривал с владельцами Toyota Tundra. И когда за
ходит вопрос о парковке, они на тебя так смотрят, знаете, ну вот прям сожрет тебя с потрохами сейчас. Лучше бы ты, как говорится, не говорил об этом, понимаете? Вот. Парковка – это очень болезненная тема для владельцев таких авто, особенно в наших широтах. Я вот сейчас во двор сюда не заеду, я оставлю вот здесь или где-нибудь вот сюда припаркую. Приходится где-то останавливать его. Знаете, еще подушка безопасности нужна спереди, сзади, чтобы тебя никто там не прижал при выезде, да? Вот, это один момент. Второй момент. Даже если тебе удалось куда-то его запарковать, всегда найдутся люди, которые сзади подстроятся и оставят ровно 5 сантиметров на выезд тебе. И что делать? Просто всех растолкал, как в этом фильме Грю, как этот, не в фильме, а в мультике Грю. Он так всех расталкивает нафиг и один остается там. Типа такого получается, что ли, у нас ситуация. Слушайте, ну там такой подхват мощный. Он получается, знаете, как использует? Вот до 2000 это такой как бы полугибрид. С 2 до 3 он как бы просыпается. И с 3 там уже просто зверюга. С 3, 4, 5. Там такое ощущение, что 500 коней проснулось для этой массы. Это невероятно круто. Во! Ну он прям вообще настолько монолитно крепкий, как стена просто. Обалденная вещь, обалденная, конечно. Не для каждого автомобиля, не для каждого. Не каждый поймет такую тачку. У нас пикапы вообще не понимают. Это что такое? У нас же как говорят, зачем мне пикап по такой стоимости? Он дороже, чем обыкновенный внедорожник. Я лучше внедорожник возьму. Что я, курицы до петухов буду возить, что ли, там? Нет, нет, не надо. Вот такие дела. Ну, коробка тоже мне понравилась. Плавно работает, мягко. Вот задняя передача, нейтралка, драйв. Ну, тут ручное переключение, пожалуйста. Вот класс, загорается. Так, получается, пятиступка здесь. 2, 3, 4, 5, да, пятиступка. Работает плавно, классно. Руль регулируется вот таким образом. Ну и от себя на себя тоже все это дело. Здесь, пожалуйста, борт-компьютер. Вот так я нажимаю сюда. Fuel Economy показывает мне Type. Прям автомобиль для работы, автомобиль эмоция. Пожалуйста, активируйте круиз-контроль. Вот здесь он загорается у вас, видите? И выставляете, соответственно, скорость. Тут все просто, никаких премудростей нет. Стоит оплетка, ну, немножко такой, знаете, подизношенный, конечно, уже руль. Вот, хотя он не кожаный обыкновенный. Здесь у нас управление светом. Давайте все включаем, все, что есть. Туманки. Здесь дополнительно, не знаю, это туманка или не туманка. Дополнительно что-то стоит. Электрорегулируемые зеркала с подогревом. Вот здесь надпись. Objects in a mirror are closer than they appear. Да, эти объекты кажутся намного ближе, чем они есть. Вот такая надпись классная. Здесь со стороны водителя автоматом опускается, поднимается все. Задние стекла. Вот так у нас тоже тонировочка стоит. Боковые подушки безопасности. Все опускается, поднимается. Ветровики тоже установлены. Ручки толстенные, мощные. Ощущение, что они прям интегрированы сюда как-то. Здесь Bluetooth hands-free, скорее всего. Центральный замок, пожалуйста. Вот так все срабатывает. Моторчик тоже в норме, я думаю. Монолитность, крепкость, несгибаемость прям удивляет в этом авто. Пожалуйста, здесь у нас 2 ВД, 4 ВД лог, тоже загорается все. И 4 ВД лоу, то есть это понижайка. Так мы на заднем приводе можем и подрифтовать. Neutral, neutral даже вот так есть. Здесь розеточка аккуратная. Здесь подогрев сиденья, но уже вкорячен. Это не настоящий подогрев, в смысле не с завода идет он такой. Пожалуйста, подстаканники, еще что-то, надпись. Печка высокопроизводительная, температура, регулировка различной зоны. Задний обогрев стекла, активация для кондиционера, трекшн, стабилизация. Здесь Stallholm, когда вы что-то буксируете, чтобы он не напрягался по мотору и понимал, что вы что-то буксируете. Разнофакторный пластик и серебрянка применяется. Такое большое, монолитное. О, вы посмотрите сюда. О-о-о! Можно втроем, даже вчетвером сюда сесть. Вообще без проблем. Розетки здесь для вас. Пожалуйста, вещевой бокс огромный. Вот здесь еще большой вещевой бокс. Даже центральный замок с этой стороны. Электростеклоподъемник. Вот так все здесь реализовано. Макияжные зеркала. Дальше продолжаем рассматривать. Может быть, гараж, хоумлинг, то есть открывание гаражных ворот. Здесь что-то, видимо, протекло, и вот здесь протечка. Возможно, где-то герметичность когда-то была нарушена. Как-то так, я думаю. Пожалуйста, подсветка аккуратно. И вот здесь у нас так. Вот, форточка открывается, смотрите. Раз, открыли, на охоту выехали. Два,
Закрыли ее таким образом. Здорово же, да? Крючки здесь, плафон освещения классный. Сидушки обалденные. Просто обалденные, по-другому и не сказать. Посмотрите, какой подлокотник. Вот я еще таких подлокотников, кроме как на тот шлеме, нигде не видел. Вы посмотрите, какой он. Это, блин, Титаник настоящий, а не подлокотник получается. Давайте включаем уже аварийку и будем рассматривать. Вот это ручка, вот это я понимаю, машина! Здесь ножник, пожалуйста, так, активируем, так, деактивируем, вы посмотрите на это. Мощь, гигант, подножки, все такое. Обалденно, под снежок прям ляжет, классно, наверное, это видео. Так, где мы открываем капот, скажите мне, пожалуйста, как его открыть? Здесь вроде как есть ручка, так, 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 ну что, а вот он капот, вот. Так, открываем капот, все тоже легко и непринужденно происходит в этом автомобиле. Ну что, мощь, здесь рекомендация. Так, сейчас я вам скажу. Оригинальный 17-й 265 на 70-м профиле. Оригинальный шин если ставить. Вот это надстройка, соответственно, может быть любая. Вкладыш можно поставить, что-то еще здесь просто накрыто. Здесь даже расширители на арках стоят. Закрывается все на ключ. Ну, употребляет, естественно, он употребляет по городу. Там приличные будут цифры. Континенталь. Айс-контакт. Двоечка стоит сзади. Дисковые тормозные механизмы. Все оригинал, как видите. Додж. Жесть. Все красиво. Ну, вот ржавеет, зараза. Что то поколение, что это прям в смятку ржавеет. Надежно все. Но нужно следить, очень сильно следить за ЛКП, за кузовными элементами. 1500. Есть еще там всякие версии, типа, которые heavy duty, которые будь здоров, там что-то буксирует невероятно. Вот поэтому прям класс. Можно даже... Не знаю, что там отбуксировать. Свой какой-нибудь дом маленький, да? Галоген стоит, кстати. Вот. Линзы. Хорошо все освещает. Есть дополнительный свет, и вот здесь диоды еще даже стоят. О, посмотри, сколько хрома. Невероятно. Сейчас посмотрим, что у нас за V8. V8, друзья! Воу! Супер надежный! Сейчас не помню, синглового хэдкам вроде бы там. От Навального. О, ну вы послушайте, послушайте, как он работает. 4.7 V8. Весь сухой абсолютно. Еще. Я не знаю, сколько тысяч лет он будет сухим и так же работать, радовать. Смотрите, как на грузовике здесь воздушный фильтр-то. Все оригинальное. АКБ. Вот такой вот липучки даже. 77 ампер-часов. Даже листья остались 80. Как-то так. Осень-осень. Лес остыл и листья сбросил. Ну что, здесь стеклоомывающая жидкость, пожалуйста. Слушайте, ну сюда я не знаю, сюда типа полезет там при раскладе V12, дубль 12 залезет сюда. Какой-то вот V8, он вообще потерялся под капотом пространства. Chrysler Group LLC надпись такая. И шумка, кстати, шумка хорошая. А капот, слушайте, он алюминиевый. Алюминиевый как капот, это точно. Он легкий. Очень легкий капот, да, алюминиевый капот. Смотрите, на эти изгибы эти. О, в это невозможно не влюбиться просто. Кузов кайфовый, мне нравится. Предыдущее поколение, это на канале у меня есть тоже этот шлем. Мне понравилось, зашло, будь здоров. Ну а вот это. Так, смотрите, здесь еще налепили. Молодцы, здесь стоит пленочка аккуратная. Кайф, прям. Видно, что берегут тачку, ухаживают за ней. Ухоженный экземпляр, берите, не пожалеете. Блин, обалденная тачка. Кайф просто. Сейчас нижнюю часть рассмотрим по подвеске, все дела. О-ху-ху. Сюда, в принципе, не помешает вот сюда какую-нибудь сеточку поставить. Точно, аккуратно все вывели. За... Так. Герметизировали, все нормально. Светит все прекрасно. Воу, класс, просто класс. Тачка обалденная. Вот тут типа под хром сделано. Хотя, посмотрите, тут что-то показывает. Это уже все нормально, автомобиль эксплуатирует. У него уже 10 лет. Чувствует он себя классно. Смотрите, болты Торкс, я точно не знаю. Вроде бы как Торкс. Все это отходит, конечно, можно отколупать без проблем. Слушайте, это просто антураж. Блин, это бутафория получается, они не закреплены.
Ну-ка, если отогнуть. Не закреплены, слушайте, это просто типа они на этом закреплены, там они даже ничем не подкрепляются туда. Это просто типа для антуража антенны. Видите, мопар надпись здесь, и вот все оригинальное Dodge. Вот эта часть начинает страдать со временем, коррозия начинает появляться, дополнительно отсутствие зеркала. Класс. Вот такой он гигант. Вот у меня сразу вопрос, как, где и зачем, куда его парковать, а? Куда его парковать, друзья? Допустим, как-нибудь с парковкой вы справляетесь на этом автомобиле. Но как маневрировать в городе, а? Сколько нужно там в голове держать, потому что большой автомобиль. Так, вот здесь у нас что? Подножка тоже стоит аккуратно. Клиренса более чем достаточно дорожного просвета. По этому автомобилю, смотрите, какие ручки все как регулируют, какое огромное все просто. Вещевой бокс здесь я все показывал, с этой стороны тоже огромные мощные ручки. Вот за эту ручку, смотрите, я его шатаю просто. Я твой Dodge шатал. Как-то так происходит все. Здесь вещевой бокс тоже прорезинено, все аккуратно, ручки. Вот все просто и добротно сделано. Уплотнитель хорошо проложенный. Чисто американский авто. Полегче. Смотрите, сколько здесь места. Спокойно лето поместилось. Ну, вот так она падает, соответственно. Тут места тоже хватает. Можно откинуть также здесь. Подстаканники, подлокотник все имеется. Вон там где-то протечки были, слушайте, по крыше. Где-то, может, разгерметоз был. Как это так? Бывает, знаете как? Бывает так, что здесь антенны еще стоят, да? И по вот рейлинге крепления антенн. Вот здесь тоже бывает, что течет. Либо же под уплотнитель задний стоп-сигнал может тоже протекать. Поэтому это, ну, найти, устранить и все. Тут никаких серьезных вопросов нет. Ну, слушайте, это открытие-закрытие не как на немцах, не как на японцах. Вот как на каком-то невероятном автомобиле. Подкупает что в этой тачке? Простота и надежность. Все. Это вот слагаемые успеха Dodge. Простые надежные тачки. Ничем таким выдающимся. Так, понятно. Сейчас все будет. Ничем таким выдающимся они не подкупают. Так, ну-ка, давай, друг мой. Закроется, нет? Не хочет закрываться. Ну что, сейчас буду как-то вспоминать геометрию. За 7-й класс, как, блин, эту вещь сюда запихать. Так, ну-ка. Нет, не хочет. Не хочет. Ну что ж, нужно, наверное, придерживать, да? Ну, а кто бы мне помог? Подписчики, помогайте, блин. Вот мы с вами будем эту штуку сюда засовывать. Стоит? Нет, нужно чем-то подпереть, да, чтобы она закрылась. Так, ну вот так. Ну-ка. Ах, ты паразит какой, а. Не хочет никогда. Снова домкрат. Сейчас я домкрат подложил, все. Фу. Домкрат подложил, закрывайся. Ух, победа, блин, победа. Фу. Так, 265 на 65 профиле 17 стоят, ну здесь пластиковый вкладыш, все закрыто, не знаю, там днище, наверное, антикор, антигравий дикий нужно обрабатывать, вспучивание краски, это нормально. Ну, как обычно, красим диски, вы знаете, да, можно найти супермастера, который вам покрасит жаростойкой штукой, и все нормально. Не переживайте, даже на Лексусе со временем такое происходит, вспучивание краски по дискам, это обычное дело. Ох, гигант просто. Все можно закрыть на крышу, здесь, видимо, еще и камера стоит. Так, вот это да, блин, тяжелая штука. Вот эта настройка тоже спускается. Вот у нас лето здесь. Такой вкладыш, вон он, газовый баллон, не знаю, там больше 100 литров по-любому. Что-то еще типа как под инструменты ящик. Ну прям такая, знаете, машина. Машина мощь. Здесь подсветка номерного знака должна быть квадратная, американцы. Фаркоп тоже под хром все сделано. Здесь у нас газ. Как видите, выхлоп, соответственно, выводится у нас вот сюда. Как он звучит, а? Надпись Рэнда! Это еще, так скажем, крупный, мощный, солидный баран. Такие дела. Где-то надпись еще бывает Flex Fuel. SLT. Это, видимо, исполнение SLT. И все нормально. Ну вот он, гигант. Сейчас нижнюю часть рассмотрим вместе с вами. Да, кстати, здесь запаска под днищем. Здесь написано 4 Type 1A Russian License Plate Frame. То есть под российские эти
А, это рамочка получается под российские. Сейчас же можно и квадратные получать номера, все понятно. Здесь у нас адаптеры различные. Сейчас не помню, как называется. 3-pin adapter, что-то типа такого. Тоже Mopar надпись. Dodge Ram, красота. А, наверное, здесь тоже дополнительно. Смотрите, здесь еще свет дополнительный. Вот там идет. Из салона его какой-то кнопочку включил. Сейчас уже сам даже не помню, какую кнопку я включил, это дело. А, красота, красота. Надеюсь, с этой стороны что там? А, все нормально. Вот, запас. А, он на дисках еще. Класс, класс. Все чисто, аккуратно, не придерешься. Простота, дикая простота во всем, конечно. Ага, ну и вот, конечно, хрен нас. Два. Он так сделает, блин. Зачем я открыл, называется? На свою голову. Ну вот он так сползает, потом хрен закроешь. Ну елки-палки, ну опять придется пачкаться, что ли? Ну ты даешь, Алеша, блин. Ну-ка, будет стоять, нет? Давай, стой, пожалуйста. Е-е-е, закрыли, фу. Алеша победил в этот раз. Снег такой чистый сегодня, а? Снегопад настоящий, класс. В общем, можно перечислять различные технические характеристики, говорить, насколько он крутой, различные комплектации проводить. Одно ясно, точно из пола. Ты понимаешь, что это автомобиль, который оставит неизгладимое впечатление у тебя, как у автомобилиста. Проэксплуатируешь ты его месяц, три, полгода, год, два, три, он будет тебе поднимать настроение каждый раз, когда ты будешь подходить к этому автомобилю и смотреть на него и думать, блин, вот это китяра, вот это кит. И любой человек, конечно, тебя будет пропускать, потому что вот такую большую технику лучше пропустить. Пускай поедет по своим большим делам и свершениям. Это очень крутая штука, очень крутая. Настоящая мужская. До этой тачки нужно дорасти. Я не говорю, что она какая-то возрастная или нужно вот прям пристраститься к ней невероятно. Она по целевому назначению. Если вам не нужен пикап, присмотритесь к Дюранго. Это тоже такая же тема. Крепкая, мощная, солидная. В общем, Dodge бренд, как бренд Dodge вообще. Его если полюбить горячо и жарко, то он дарит вот нечто выходящее за рамки каких-то вот наших когнитивных способностей. Это факт. Это факт. Ну что ж, на этом тест-драйв и обзор Dodge подходит к своему логическому завершению. Я надеюсь, он вам понравился. Вам было интересно. Вы что-то для себя новое почерпнули. Всем удачи. Берегите себя. Подписывайтесь на канал. Огромного вам везения, друзья. Покупайте хорошие проверенные автомобили. Вот, видимо, это сзади подсветка была. Покупайте хорошие проверенные автомобили. Огромных вам успехов. Пока, друзья. Я же вам не показал, как он закрывается и открывается. Вот так он закрывается. Это звуковое сопровождение, можно как-то в недрах меню покопаться и убрать, вроде бы как, и так он открывается. Вот даже, смотрите, можно запрограммировать, чтобы автоматически при открывании включались фары. Вот так у нас галоген линзы светят. Раз. Классно. И сзади такая же тема, в принципе. Вот так мы закрываем его, и так мы его открываем. Такие дела. Ну и, соответственно, вот panic button, когда он начинает кричать вот так. Вот. Ну, давайте теперь эти посмотрим. У нас, получается, фары тоже так же. Ну-ка, да. О, он еще так громко кричит. Обалдеть просто. Очень громко. Ну, вот такой обалденный пикап трак. Все же этот автомобиль не для каждого. Факт. Не каждый его поймет, не каждый сообразит, что с ним делать. Но настоящий мужик, так скажем, применение этой техники найдет быстро. Еще, ребят, такое дело. Вот заводские стикеры. Все сохраняется. Next PMD, GM, Ford, Lincoln, Mercury, Volvo, Nissan, Kia, Hyundai, Suzuki, 6500 miles. Chrysler, Dodge, Jeep, 5000 miles. Mazda, Toyota, Volkswagen, 4000 miles. Такие дела. И здесь написано, что этот автомобиль может быть доукомплектован. This vehicle may include Mercury added devices installed by manufacturer. То есть, video display, navigation,
camera display и HID headlamps. Вот, и Chrysler Group, надпись VS, vehicle made in USA. Вот такие дела. Pressure monitoring system, vehicle info, информация. Тут даже есть message, одно сообщение. Ну, вот это tire pressure, то есть давление в шинах у нас. Дальше идем. Ну, вот бортовой компьютер довольно простой, незамороченная температура за бортом указывает. Что там дальше у нас? Ну, вот, в принципе, все. Вот ничего такого супер нового здесь нет. И это радует в этой тачке. Круиз-контроль можно, конечно же, активировать вот таким образом. I'm a dog, time I had to live in this fantasy, now I'm looking for.